Всем привет! У нас на портале SportVisa в прямом эфире Вероника Кучеренко, спортсменка из Волгодонска. Веронике 10 лет, и она уже на этих соревнованиях в Самаре ЦСКА, на призы ЦСКА ВВС завоевала 4 медали на 50-100 метров брас, 200 метров комплекс и сейчас на дистанции 100 метров на спине. Как тебе результаты? Ну, нормально, но на 100 брас чуть-чуть расстроилась. Ну, 0,2 не хватило до первого взрослого. А какие ты перед собой цели ставила на эти соревнования? Чего бы тебе хотелось здесь выполнить? Ну, конечно, хотелось выполнить первый взрос, выиграть эти соревнования. Ну и пожелать там всем удачи, поучаствовать, посоревноваться. А в Самаре первый раз? Второй. Второй уже в прошлом году приезжали, наверное. И как тебе обстановка? Много друзей уже встретила здесь? Очень. А о чем общаетесь на трибунах? Болеете, наверное, друг за друга? Да, болеем очень сильно. А как тебе вот школа, совмещая школу вместе с тренировками, тяжело или помогают тебе учителя, родители? Нет, не тяжело. Утром хожу в бассейн, у нас школа во вторую смену, и учусь. Прихожу домой, делаю уроки. А пока вторых тренировок у тебя нету? Нету. А поскольку ты, ну, например, километров плаваешь, что делаешь на тренировках? Ну, делаем там 3 километра где-то. Ну, старты, повороты отрабатываем, новые упражнения какие-нибудь. Ну, вроде бы все. А как ты думаешь, что помогает тебе вот показывать такие результаты в 10-летнем возрасте? Мы уже писали по итогам 2 дней, у тебя рекорд России возрастной среди 10-летних девочек. Как ты думаешь, что вот тебе помогает? Режим, питание? Наверное, режим. Ну, и надо тренироваться много, чтобы достичь таких успехов, а не лентяй на тренировках.